Для того, чтобы решить все эти задачи, необходимо создать современный и по-настоящему научный единый государственный стандарт исторического образования в средней школе и вузах. Стандарт, который базировался бы на самых современных методах исследования и методиках преподавания. Это, конечно, потребует серьезной методической перестройки учебного процесса в сфере гуманитарного образования, вначале в высшей, а потом в средней школе. В соответствии с новым государственным стандартом исторического образования необходимо будет пересмотреть распределение учебно-методических планов во всех государственных вузах и школах страны. Министерству образования и науки необходимо подготовить и представить на рассмотрение межведомственной рабочей группы план подготовки, написания и внедрения в учебный процесс двух базовых учебников истории Казахстана. Национальная история с древнейших времен и до настоящего времени, а также новейшая история независимого Казахстана. Учебники должны быть подкреплены хрестоматиями с конкретным подтверждающим фактажом, комментариями, разъяснениями, а также визуальными элементами, инфографикой, рисунками, картами, схемами. Базовые учебники должны стать основой для разработки целого ряда учебников учебных пособий второго уровня, адаптированных для различных возрастных категорий, иллюстрированных для детей, упрощенных для школьников, переработанных для студентов и так далее. Учебники должны быть подкреплены аудиокурсами, телевизионными интернет-версиями, а также электронными версиями для мобильных приложений.